Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, крошка, крошка, Робби, фестушня, как всегда, подписчики. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас карта Roblox. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, потому что у нас очень классный режим, где мы будем убегать от SCP. Вы готовы? Давайте сразу начнем с слабых. Ух ты, ё-моё, Димас! Больше не буду. Я в штаны наложил. Кстати, мы сделали так, что на карте разбросано оружие, и чтобы их убить, надо его пойти и взять. И при возрождении оружие нам не дается. Поэтому это очень крутой режим. Надеюсь, вам понравится. Поддержите лайкосиком. И подписывайтесь на канал. Потому что до миллиона осталось совсем немножко. Серега, ты классно расставил оружие. Узишки есть. Так быстро. Но это же первая волна. Вы же понимаете, что дальше будет жестче. Да. Так, где они вообще? Они вообще перемещаются по карте или нет? Ой, да, кстати, я моргаю. Да, перемещаются. Лупаш монтировкой. 6 часов спустя. Ах ты бомж. SCP меня убил все равно, представляете? Ах он кабака, я отомщу за тебя, Димас. Серега, я убил еще одного. А я за тебя отомщу. Да ты какой-то читер. Блин, смотрите, а он за мной пыхается. В смысле отомстишь за меня? Я еще живой, я еще не отомщу. Да, ну я отомщу за будущую твою смерть. Эх, ты сам меня в итоге сольешь. Кому отомстить будешь, а, Димас? Серега, я должен его убить. Вот так тупо, ну должен. Я помогу. Ура! Ребята, я это сделал! Сотые попытки! Они так прикольно умирают, они просто падают на бок и все, да. Это знаешь, как будто он бухой, что ли. Они устают просто сильно, мы их так лубашим, аж устают. Они все сразу. Нормально все с тобой, а? Так, пацаны, я надеюсь, что что? Да, ставить надо дальше. Вот, Серега, я нашел его. Это мой любимчик. Я его долго искал, но оно того стоит. А кого ты поставил? А я не буду тебе специально говорить, смотри сам. Я пока что только вонючих скромников вижу. Они тут внизу топчатся. Давайте так, прыгаем туда. А, у нас же двойной прыжок есть, пацаны, вы не забыли? Не забыли. А ты где вообще, Димас? Я на крысу валю тут сверху. Вот ты крыса. Да я спрыгиваю. Вот ты крыса. Да я не специально. Плюс чат в комментариях, что Димас крыса. Я уже не крыса, я уже герой. Робин Гуд. Робин Гудище. А сколько надо патронов высадить? Я не знаю. Ой, красиво, ребята, вы это видели? А вы это уже не видели. Я уже 300 патронов потратил. Ай. Психичка. На, ой-ой-ой, красиво, ребят, видели? Хедшот, ваншот. Yes. Ай, кто-то, да. мне попугай в голову прилетел чей-то. О, Димас. Все, мы все, а вот еще. О, мне здесь зафигалку украшено. Ай, говно. Так, я пацаны. Я отомщу за тебя, Димас. Я активировал очень жесткого психа. Это скромник. Я его убить не могу. Так его и ты не убьешь, это очень жесткий мужик. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ого, тут война идет. Давайте я эту пушку имбовую возьму, она реально крутецкая. Слышь ты! Ах, ты когда? Фига себе, тут даже пулеметы завалены. Видимо, взрыва. Ой, тут скромник, я пошел. Я вспомнил. Давай, активируйся, говно. Я думаю, пора воспользоваться более мощным оружием, Димас. Где монетка? А вот она. Ой, так это только нас не мочи. Господи, да ладно. Это сильно читерское оружие, конечно. Ну, увы, но придется им воспользоваться. Так, а где это оружие вообще? Я его не взял. А, я его не взял, взял его капкет. Это была иллюзия. Иллюзия обмана. Все, всех? А, вот еще двое. На! Ну, Сереж, на. О, Димас, это не я. Я понял. Это случайно. Это не ты, кстати, был, да? А вон еще один живой. Убил. Беги, кентуха, но не за мной.
Я ж тебя освободил, чтобы ты их убивал. Еще один. О, бегите, помогите, вас. Помогите! Убил его! А, спасибо! Да-да-да-да. Ты видел его, как откинуло? Угу. Все, может, мы какой-то новый режим потом придумаем, что у одного будет оружие, а у одного не будет оружия, и он должен его сопроводить. Да, можно, кстати, сделать. Сопровождение этого президента. Вот еще один живой. Я вижу, он какой-то читер, убегает постоянно. Получается, знаешь, что это SCP от нас убегает? А не мы от них. Да, беги, собака такая. Я так ролики назову. SCP убегают от нас. Сытя? Испугались. Я слышу этот крик, но я его не вижу, а слышу крик. Это зациклилось? Это не те каратисты случайно? Нет, это похуже каратистов. Я, короче, случайно поставил очень много штук. О, пошло, пошло дело, ребята. Активация SCP выполнена успешно. Слышь, ты, чё ты ко мне лезешь? О, они когда кого-то видят, они начинают откуда... Прикольно, с под земли вылазят. Чё-то я так не спешу вниз идти. Ну а чё, надо делать. Это говно зажало меня. И чё будет? Тебя одного. Ой, он, короче, машет кулаками, ничего делать не может. Знаешь, ты тут вымазал полы, сейчас будешь всё мыть. Давайте слазите, чё вы сидите? Я тоже так могу сидеть там. Чё ты мне сделаешь теперь? Я тут. Ничего не может сделать, они стоят на месте. Это пока что, Димас, сейчас они из-под земли у тебя появятся. Неси, неси, Серега. Они тебя зажмут тупо сейчас. Не-не-не, не смогут, не смогут. Я читер. Вот, пытаюсь. Еще добавил парочку на всякий случай. Ой, они сквозь стены выходят, ты помнишь этих? Да. Ты смотри, оно все-таки меня зажало, а? Ну давайте, мочите, пацаны. Я вам отомщу теперь все равно. Прикольно, они тпхаются. Так, ну это теперь реально жесткие сцепишки. Они теперь могут везде появиться. Берем пулемет. Надо сюда двигаться, я понял. Не Мас, их даже монетка не берет. А что делать? Попробовать админский пистолет. Если админский пистолет их убьет, тогда не надо их мочить. Админским. Давайте так, оружка этой. Админ, их даже админский пистолет не берет. Берет, берет. Нет. Не берет? Нет. Их заморозить можно. Так, хорошо. Раз они не замораживаются. Хорошо, давай. А вот это что? Это не тот. Это тоже не тот. О, давайте. Давайте монстров. Мы их когда-то ставили давно, но не использовали. О, эти ящики. Они тебе нравятся? Они милые. Зубастые. Отлично. SCP активировано успешно. Так, ну чё, веселимся. Я убил уже одного. Так я не понял, чё они за нами не шагают? Ближе к ним. А, шагают. Ого. За жопу упустил. Серега, так тебе и надо, так тебе и надо. Мне пол жопы откусили, Димас. Ой, они, короче, хорошо валятся. Попугаями вообще. Димас, ты меня убил. То не ты был, ты что, SCP? Это я. Я не... Обстоятельства. Обстоятельства. И что делать? Вот так вот просто как дурачку стрелять? Что такое слабое оружие, да? О, Серега, давай какой-то имбовое используем, только не ядерную бомбу. Сейчас я покажу. Сейчас, сейчас. Я попробую так, чтобы мы живые как бы остались. Ну просто их немножко раскумарить. Нет! Во. А это сильно, да, было, пацаны? Да. Ого, там. Видишь, как его колбасило в воздухе, прям жжёт. Вот это по своему удар, Дима. А они живые еще? Нет. Давай я поставлю, не взрывай, стопэ, Сережка. Давай сделаем эпик. Да стой, стой, не взрывай. Давай ученых, они мне сразу не понравились, еще с того раза. Все, мочи ученых. Они стоят себе, думают, блин, нафига я вообще в эту серию попал. Радуйтесь, станете знаменитыми. Ой-ой-ой-ой-ой, Серега, это не читерски, не? А, не просрали. Не-не-не.
Прощайте, если вылетит рабочий стол, я не виноват. Ой-ой-ой. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Как всегда, у нас эпические взрывы. Да. Oh.